Здравствуйте, меня зовут Кристина Игнатьева. Начну с мотивации, чтобы вы поняли, куда попали и стоит ли дальше тратить свое время. Только не думайте, что я хвастаюсь. Посмотрите на эти деньги. Заработала я их меньше, чем за месяц, почти на автомате. Здесь 350 тысяч рублей. Эту сумму денег я вывела со своего банковского счета для того, чтобы купить новую технику и мебель для дома. Чтобы заработать такую сумму денег, основной массе людей на Земле пришлось бы потратить год своей жизни и год упорной работы на чужого дядьку. Но я заработала их, сидя дома, в домашнем тепле, через интернет. Вы хотите так же? Хотите, наконец, избавиться от всех долгов и кредитов? Осуществить все свои мечты? Покупать все, что хотите, и не экономить больше на себе? Хотите? Я дам эту возможность только тем, кто хочет и готов действовать сейчас, а не тем, кто будет вечно сидеть и жаловаться на плохую жизнь. Все, что в жизни вы добились или не добились, это плод ваших трудов и действий. Только действия приводят к желаемому результату. Мало хотеть, нужно еще и делать. Какой путь вы выбираете? Сидеть и дальше жаловаться на жизнь? Или начать меняться уже сейчас, уже в эту минуту, уже сегодня? Выбор остается за вами. А это состояние моего банковского счета в Альфа-банке на сегодняшний день. Заработала эти деньги именно моим методом заработка за не такой уж и большой срок. Конечно, это не вся сумма денег, которую я заработала за все время работы. Я потратила очень много денег на свои нужды. Такие как ремонт квартиры, покупка машины, покупка гаража, покупка подарков для своих родителей и близких, походы в рестораны, отдых в хороших курортах мира, покупка новой одежды и дорогих гаджетов, погашение всех кредитов и долгов, и многое другое. Я себе ни в чем не отказываю. Как говорится, живем один раз, зачем экономить на себе? Чтобы не было сомнений, я сейчас обновлю страничку. Как видите, ничего не изменилось. Баланс остается таким же, как и был. Думаю, вам пора изменить свою жизнь. Прочитайте внимательно всю информацию ниже под видео и примите правильное решение, которое изменит кардинально вашу жизнь. Настало ваше время перемен. До встречи в моем обучающем курсе.